Собирать поздравления для наших прекрасных дам 8 марта стало для канала 16 уже доброй традицией. Вот и сегодня мы отправляемся на улицы города, чтобы узнать, что саровчане пожелают нашим красивым дамам. Ну, как обычно, счастья, здоровья, успехов, быть красивыми. Счастье. Счастье хочешь? А может быть, еще чего-нибудь? Здоровья. Счастье и здоровье. Ну, значит, обязательно исполнится. Да, хочу поздравить. Весны, счастья душе. Чтобы все было хорошо, чтобы никто не болел, чтобы пандемия закончилась. Счастье женского, счастье житейского, чтобы все было хорошо. Поздравляю всех жительниц прекрасного Сарова. И все. Всего-всего хорошего, цветов побольше, радости, чтобы все любили. Ну, радостного настроения хорошего. Я хочу пожелать всем девушкам оставаться такими же красивыми и улыбчивыми, и чтобы все у всех было хорошо. Ну что ж, подтверждайте свои слова, улыбайтесь, пожалуйста, улыбайтесь с праздником. Ну что ж, я, наверное, хочу пожелать всем девушкам оставаться на позитиве, потому что нелегкое время коронавируса, это как никогда важно. Обязательно заботиться о своем здоровье, собственно, продолжая тему коронавируса, оставаться такими же позитивными, продолжать нас радовать, ну, окружающих, семью, знакомых своей красотой. И всего самого-самого хорошего, наверное. Замечательные слова. Я вижу тюльпанчик. Это да. Тюльпанчик? То есть вас уже поздравили? Да, нас мальчики в школе поздравили. Счастья, денег больше. Да, я бы поздравила и поздравлю, потому что светлый праздник. Хотелось бы, чтобы солнышко в этот день было. Желаю всем дамам счастья, здоровья, особенно в такой год. Побыстрее, чтобы это все закончилось. И только улыбаться, радоваться и радовать своих мужчин. 8 марта. Что пожелаете прекрасным саровским дамам? Всего хорошего. Пока. Всего хорошего нам пожелали. Ну, будем надеяться, что это не в смысле «до свидания», а в смысле «всего хорошего, счастья, здоровья, улыбок». Вот такой вот он солнечный 8 марта. Подождите, подождите. Один маленький вопрос. Здравствуйте. 8 марта. Не хотите поздравить саровских девушек прекрасных и что-нибудь им пожелать? Конечно. Все девушки, самый прекрасный пол. Я желаю им счастья, добра, любви. Самое главное, чтобы их молодые люди никогда не бросали и только любили. Канал 16 поздравляет прекрасную половину человечества с 8 марта. Пусть этот день будет ярким, солнечным и незабываемым.